Здравствуйте всем! Сегодня я вам покажу коробку для хранения воблеров, которую вот я использую уже второй год. Но она у меня вот такая вот коробочка, это не одна. Сейчас я вам покажу эту коробочку. Вот. Ширина ее, смотрим у нас, 26 сантиметров. Высотой она выходит у нас 20 сантиметров. Вот эту коробочку у меня вот влазит вот около 20 воблеров. Но сейчас у меня это не разро, уже на все нормально. Это я к весне это все приберу, уберу при первых рыбалочках. Что тут 20 воблеров у меня лежит. Вот здесь вот видите, два еще маленьких у меня свободно. А так вот можно это десяточек спокойненько положить, чтобы там не больно-то в них путаться. Вот этот вот органайзер, так называемый, купил я не в рыболовных магазинах, там это не китайские, где подделки, они очень дешевые, потому что, вернее, даже не дешевые, а дорогие они там все. И вот быстро вот эта пластмасса, она там быстро, она, например, начинает мутнеть. Вот эти вот крепежи, где крепится вот это вот, закрывается, они тоже начинаются, вот эта, там пластмасса, она плохая, начинает вот эти вот места, вот это трещины давать. Вот это вот коробочка, это органайзер, вот это вот германская, вот это вот она, что выпущена она в Германии, так вот, то, что я зашел, вот их три на полочке, три вида, да, две ленинградские, вот это вот она германская, я не знаю почему, но вот по цене выходит, что вот ленинградские, они дороже, чем вот эта вот германская, она около 220 рублей мне встала, в магазине такая, но на 400 рублей в рыболовном, так что смотрите, вот, она двухсторонняя, вот она захлапывается, она просто, вот это на рыбалке ее никак, эти вот места, они не отходят, обычно у меня китайские раньше там были, там или пластмасса плохая, начинают они отходить, вот и щелкаешь, начинаешь их поправлять, это все защелкивается нормально, она двухсторонняя выходит, вот такая вот она. Цена ее небольшая, вот видите, мне сколько воблеров, но я это не разобрал. Мне с одной стороны они глубоководники, с другой вот это мелководники все у меня все. Вот видите, вот здесь вот у меня даже мелочевочка лежит. Но потом здесь вот по несколько штук я их это уберу, некоторые все, не буду хранить. Это потому что у меня еще есть коробочка, там разложу я к летам. Так что вы смотрите, вот такая вот коробочка, органайзер, да, она в магазине продается, в строительных материалах. Вот у нас, я не знаю, как у вас, у нас СОМ называется магазин. Такой строительный, отделочный материал. Вот такие вот они лежат. Это вот для крепежа коробочки. Вот. И очень мне вот эти нравятся больше, чем это с рыболовных магазинов. Она небольшая, как видите, по размеру, да. Вот ручечка вы ей, пожалуйста, берете за ручку, как хотите ее носите. Укладываются они очень хорошо друг на друга. Вот здесь вот выступы такие, когда ложишь вторую коробочку, например, в лодке, она держится просто-напросто. И вот эти вот в эти места, вот и когда, например, достаешь, вот рыбачишь, начинаешь рыбачить не сразу же на все его там воблера все. Вот один попробовал, его положил, он не скатывается. Вот положил и второй, ты, например, у меня всегда во время рыбалки, ну, три уловистых таких, если воблера, вот 3-4 воблера я опять ложу, все, остальные в коробке. Ну, уже по ходу рыбалки там начинаешь разлавливать и прочее. Так что вот смотрите. Вот такие вот коробки, они продаются в строительных магазинах. Начинающим рыбакам я вот такие вот советы. Они небольшие, компактные. Так что вы смотрите. До свидания всем. Подписывайтесь, если есть возможность, на канал. Ставьте лайки. До свидания.